Мы никогда не были террористами, мы никогда не были сторонниками насильственных действий. И тем не менее насилие применяется по отношению к крымским татарам. Сегодня в застенках уже находится, я повторяю, более 100 человек. Одни якобы по так званому делу Хизбут-Тахрир, другие по так званому делу диверсантов. Хотя мы все знаем, что ни Нариман Джелял, ни Азиз, ни Ахтем, никто не совершал никаких диверсий. Это все разработки спецслужб. И сегодня для того, чтобы выбить какие-то ложные показания, проходит и дальнейшее совершается похищение людей. Пора прекратить все эти пытки, похищения, издевательства, аресты и наказать тех, кто сегодня пытается навешать эти ярлыки на крымских татар. До тех пор, пока безнаказанно будет совершаться произвол в отношении крымско-татарского народа, в отношении крымских татар, до тех пор, пока эти силовики будут не наказаны, будет совершаться произвол. Мы требуем здесь собравшихся, чтобы разобрались с чинителями этих пыток и понесли, чтобы они соответствующие на должное наказание. На сегодняшний день, то есть вот уже 8 лет назад, да, началось против нашего народа такие действия, которые можно назвать, знаете, чудовищными действиями. То, что сегодня произошло с Нариманом, это ни в какие рамки не лезет. Эти люди, которые это делают, это не люди, это настоящие звери. Мы никогда не применяли силу, никогда мы не делали ничего противозаконного. Поэтому мы, наш народ, он народ, который имеет опыт борьбы за свои права, и этот, и наш народ никогда за все время, которое он боролся, то есть за свои права, не нарушал ни законов, ни каких-то правил, да. И поэтому мы осуждаем то, что сегодня делает власть в Крыму, и мы не успокоимся, да, до тех пор, пока все наши люди, да, которые в застенках, не будут на свободе.